Когда там 6 шп хуярит, там миллиард духов летит, духа а не у нас нет убили, шп блядь, все 6, убили. все у нас один шп. Да я видел. Два, ладно. А ты чё на энхе не залетел, блядь? Были пока слабы. Куда? Не, я спросил тебя, на, вот похилить, я могу похилить зайти, типа. Нет, ТТГ 25, потому что сначала, как обычно. Пошел бы энхансер, блядь. Стопудово, я тебе говорю, сейчас чарка дропнется на дабл атаку или на чё там. Да на дабл атаку, она не нужна энху. Я не знаю, что там. Шамана чарк сейчас впадет он. Вон, Настюха ливнула как раз, залетай. Че, может пока трэш почистим? Че стоять? Время Настюха тут? А. А у тебя есть эти ювелирные жетоны? Можешь выучить рецепт? А какой тебе нужен у меня все рецепт? А мне на силатаке он редко. У меня есть, у Бен. А, ну все, заебись. У меня фул юла. А хвост кто все эти жители? Поврежденных ты скупил, блядь. Да ты че, я давно еще сделал. Типа прям очень давно еще. У меня полгода назад. Когда еще на ювелирке можно было заработать, сейчас уже ничего не заработаешь. Не знаю, я смотрю на аукционе, знаешь, типа обычный рек стоит 50 голды, а сделанный камень 100 голды, блядь, накрутка в два раза, так ты ебнешься. Да так, ты его продай сначала, они продаются, хуёво, пиздец. Раз стоит, значит, кто-то покупает, типа, раз цена не падает. Да можно так чисто, знаешь, купил дешево, купил, поставил, там через недельку продаться может. Ну и нормально, все равно выхлоп, нифига себе. Не, ну есть, но не такой уж и большой. Типа раньше, прям можно было, знаешь, так спамить сидеть, ювелирку и просто зарабатывать там час, ну тысяч по пять, вообще спокойно. Просто сидеть, фильмец смотреть и бабки зарабатывать. Звучит идеально. А? Звучит идеально. Ну да, так и есть. Ой, что это за вар бурибак? Это, короче, у меня в гильдии челик есть. Ну, что-то 260-й вар, там, 255-й про. А заметки что у него? На брюле. Ты тут, Бурибек?
Вот, я не про то, что, блядь, тут он, не тут. Не, я спрашиваю, что у него в заметке. Я у него спрашивал в ПМ, он не ответил. Сейчас напишет. Давайте. Поставьте шкаф, сумените плыть. Один вар, то 4, заебись. Что точно Сандер будет? 100%. Это мечта Кунки чистая. Которого нет, блядь. Сказал, будет 8-10. Ему обязательно. Только уже это. Уже все знание тоже на фул. Ну, по крайней мере. Кунки, че Серегу это убедить. Так сказать, зайти. По крайней мере, на трэше передамажил этого Крига. Где ты там блэкич, блядь, есть? Скажи мне, пожалуйста. Красава. Фулбаф дайте. Первая, вторая пати Вальмора. Занимайся. Там Мелизона. Кто-то танканет или мне танчить? Подожди. Нет, стоп, Мася, отбой. Вторая пати. Борибек, ты относишься к первой, если что. Вторая пати. Бьете до Таталова. Первая пати, потом разойдетесь, когда скажу. Наберете раньше, перед лужей. Если кто-то умрет, там поменяетесь. Мася, ты в РДД остаешься, Вальмора, ты в Мелизоне. Там остаешься, рассасывайтесь по площадке, набирайте рейндж и стоите, бьете босса. Метки просто выносите в сторону. На поездах в случае выходите. Кто словит конфликт, получит по ебалу. Перегрузочка, иди направо. Тут не стой. Разойдите, станьте сразу заранее по местам. Позитрон, а ты чё посередине? Арчи на пулу мак. На Войда на пулу дайте, начали. Давай, 3, 2, 1, пул. РДД рейндж держим. Первая пати, смываемся. Уже 7 секунд примерно. Рейндж наберите, первая пати, и прыгайте там, ждите свою очередь. Вторую пати бейте. С лужи готовимся выходить. РДД лужи. Найс, колплей, вагон, блядь. Сейчас поезда будут. И опять взрыв. Смотрите, разойдитесь, разойдитесь, милики. Лужа, мили. Молодцы. Сказал, блядь, разойтись нахуй. До свидания. Пока. Более здесь поесть? Нет. РДД лужи.
было уже 12 секунд примерно. Лужа мили. Просил. Эй, да, выходим случай. Вышли случай быстрее. Да. РНД, там РДД. Просил. Лужа 10 секунд. Лужа РДД. Раньше кинул. Может чуть-чуть вправо сместить? Закрывает. Да. Нормально, он сейчас будет назад вести. Или должен. Тугут тебе эту метку. Каст. Лужа мили. Блять, аккуратно. Милики, не бегите в РДД. И в РДД не бегите в милики. В миликов. На плут отказываемся, питомца можете родить. Это я вам заранее говорю. Ба, блядь. Спейси, Квант, уйдите нахуй оттуда, блядь. Милики, не бегите к ним. РДД лужа, блядь. Пизда, нахуй. Да добьём. Добьёте. Чуешь мотки на энхансе? На кунку, чекайте. На саму надо. Тихо, да, да. Плут отказывать. Еба. Критический урон и критическое исцеление. Ну, хоть с эти кисти, блядь. Ботинки охуенные на танк. Сверху, да, неплохие тоже. Еще КП. Раз 10. Вообще охуенные ботинки. Да, я к тому же. Нет, хуёво стало такие ботинок, блядь. У тебя их нет, вот и бесишься. Там, прикинь, 1000 хп раз 10 секунд. Полезно. Сразу видно, кто чарки делал. Лучший ум Сируса. Икстемп, нахуй. Хотя бы 10 тысяч было, если бы хоть как. Нет, заебись, это скорость, меткость и 5% матового значения. Вот это заебись, чарк. На хила прям, чётенько подходит. От базового заклинания. Да-да-да. Спол стоит 200 мана, он тебе 5% остановит. Нет, доп. СПД так-то это полезно на некоторые классы. 5% полезно? СПД, не, про СПД. СПД, конечно. Да так же, как это, 100 СПД, типа, вообще похуй на него уже. Поклевно. Дайте рыбу, бля. По-братски. По-братски. Сразу чувствуется, кто вагон. Дайте рыбу, пожалуйста, после первого босса. Че стрима нету, а? Дайте посмотреть. Но мне была метка, у меня это правда. Да я шучу, что ты, блин. Сейчас дам рыбу. Что, уже дали? О, ну хватит. Блядь, я не успел. Чарка на вару упала. Это, Кунка, а тебе с какого? С первого босса надо что-нибудь? Мне вообще со всех нужно, мне главное чарка. Ну я тебе сейчас вот этого убьем, я тебе гагану. Пойдешь во второй, Кунка? Да, я во второй пойду, что делать. Неисходный, блядь, залагало нахуй. Шесть
На первую эту, блядь, дыхание дадите ману тьму. Аккуратно вышли свой, дай ману тьму. Прохил. Мили вышли быстрее. Заберите ему там Арислин или Викторию на следующий даже. Давай. У нас Гера 3 минуты, когда если что. Не на всех. Забери последнюю тьму, кто не давал. Что тогда даю Геру? Да, давай. Полплей сакра. Да ебать, блядь, чё. Спончики, выносим метки, блядь. Не насрите в меликах, блядь. Дай ману тьму. Сел. Готовимся заходить, пончики. Зашли, 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 зашли. Вышли, набиваем. А ты говоришь, на целках я меня синий слышу по живых, это вообще. Ну блять, ну какое нахуй восполнение маны? Я ебал в рот этого экстемпа конченого, блять. Я так и сказал, что надо выпасть. Сука, ну. Блять, на наруч, на ДД нахуй, восполнение маны нахуй, чтоб он, сука, блять, сдох. И заметь, и, за... и на ДЦ, заметь, падает пиздец по КД нахуй. Да. Пизда, ну, типа, просто. Просто, блять, жду эти наручи, блять, ну, чтоб нахуй не выпали, блять, хотя бы на крит, ебан, хотя бы на крит. Кирилл, ты можешь их пока забрать. Сука, хуй на. Менять чарки. Да, да. Они, да, рот его ебал, да. Вряд ли будут менять, базовые, это которые классовые, их будут менять. А эти останутся. Нет, в плане, вроде бы, была такая идея у них, что, типа, ты сможешь выбирать чарку, тебе нужен будет только предмет, ты сам сможешь чарку. На форуме читал где-то? Да-да-да, вот его писали. А, ну, блин, ну хрен его знает. Ну, это еще на базовый не понимаешь. Будет. Мне кажется, на базовый не будет. Кирилл, может, там распределяющую полуту поменять и собирать не тебе? Не знаю, нахуй. Да ничего подобного. Может быть, нахуй. Не, ну есть такой миф, типа, собирает один человек рейд, типа, да, и другие шмотки падают. Кстати, я тоже слышал про это. У него экстем придумал. Чтобы вытащить брюль, нужно было раздеться, блядь, или 226 квелл обязательный. Колечко купить на удачу. Колечко, да, за 15 штуки, за 15 тысяч. Задонить обязательно еще на 10 тысяч. Так, метки выносим лево-вправо. А можно касочку еще раз? И по шаману. У меня 47, нахуй, стали. Каску не давай, бывает. Поехали. Дайте каску по шаману, алло. Ребята. Погибаю палом, сейчас ебу, подожди. И все, сразу бахнет потом. Метки вынесли. Ариана, не кричи, пожалуйста. Вперед спиной стали. Колплей, что надо сделать, когда я говорю хир спиной стань? Развернуться спиной к боссу, блядь. Вагон, блядь. Он же вроде... Метки вынесли. Я должен стоять спиной. УФК. Ася, дай БР по колплею. Войда прохилит, сейчас сдохнет, блядь. Шаманы нахуй. Поднимите, сука, танка, блядь. Поставь ТТМ, сапит. Пир спиной стали. Вы... ТТМ стоит?
Нилики пошли. Иди, мяч. Батушку он не метки вынесли. Бля. Метка прям по центру. А вы конченые или что? Вам, блядь, ГП въебать нахуй, скажите нахуй. Ну, метки, блядь, вынести не можете нахуй. Дохните, блядь, не можете отбежать на. Развернуться от фера не можете. Хуй с ним. Сейчас делаем пул нахуй. Увижу, кто в фере, блядь, и кто дохнет от мелизони, не может отбежать и развернуться нахуй. Ебашу по сотке ГП нахуй. Вас не можете нормально это делать? Бегите, там уже много стали. Да, ебать. Убили собаку, убили второго босса и вайпнулись на первом, на мусорном, блядь. Которого ФК убивает. Ну, видишь, не ОФК, нахуй, ну. У нас, блядь, не могут развернуться. Как вообще, блядь, хулипало можно лутать фир, блядь? Стань, ебать, спиной, нахуй, и хиль просто. Ты можешь спиной к боссу изначально стоять, только метки выносить. Это каждого хила, в принципе, касается. Ты хочешь, чтобы духов не ловили тут? Да ну на духах, мы, блядь, хапнем там горе им. Чё там, готовы? Давай, вообще на полубавку. А лапы мне? Там еще кто-то. Дайте мне распула, шамана. Метки вынесли. Если места мало будет, скажите, отведу. Спиной встанем. Милики. Метки вынесли. Фир, спиной встали. Милики. Ну, Спейси, чё ты стоишь, блядь? Вот что ты нахуй стоишь, блядь? Господи, блядь, уйдите с лужи, нахуй. Я ебал, нахуй, фрики, блядь. Безмозглые, нахуй. Спиной встали. Сейчас отведу. Бля, опять умели разлили. Да это не лечится, нахуй. Долбоёбы, это не лечится. Диагноз долбоёб, это уже всё, неизлечимо, нахуй. Сокру, дай колдплей, прохил, блядь, рейд. Поднимите, сука, по хп, нахуй вы пятером, блядь, хилите, нахуй. Продиспельте ебаную хуйню. Вы что, совсем? Ладно, блядь. Следующий пул нахуй по косарю ебашу. Только попробуйте метку не вынести нахуй. Еще раз не вынести, кикну нахуй.
Окончательно, блядь. Без права на возвращение, блядь. Спиной. Я тут не вижу нихуя, там нормально у вас по месту? Да, нормально. Все отлично. Вы умрете. Блядь, рано повернулся. Метка в центре. Чарка на вара падала? Да. Две. Прекрасно, что тебе нужно. А, выбери какая. Не врите. Ебать, опять. Нет, это прикол или что? Охуеть! На престол, нахуй. Они упали. Я в рот ебал эту хуйню. Хоть бы одна чарка на лока выпала. Хоть раз я его лучше, сука, увидел бы, нахуй. Ну, колледжу зато залутали. Вторая колледж, да, тебе? Да, вот и мне именно этот проб нужен. Рад за ЕБЦМ. Рад за вас, да. Нахуй. Я, ну, отказываюсь, все там. Хорош. Хоть на одного челика, блядь, апнули. Ну-ка. Кто хочет мне фетиш задонить? Ну, все же, конечно, конка мечтает просто. А что, 200? Ок, ты, я думаю, ты сам сможешь это сделать. В принципе, это будет неплохо. Зачем мне? Идите нахуй, блядь. 200 ГП, а не сотка. Потому что две лужи нахуй вынес, блядь, пизда. Одну я лужу про это самое. Одну лужу ты вынес в центре, блядь, а вторую лужу ты, блядь, вынес почти в центре. Я вообще не понимаю, почему, вот объясни мне, Спейси, почему ты вот стоишь вот тут вот плюс-минус везде, блядь, и ты выносишь лужу, блядь, в правую сторону пытаешься, если тебе до левой стороны, блядь, ну и что? Ну в двух лужах я упаду. Ну так, значит, логически подумай, если, блядь, если с левой стороны лужа стоит. Во-первых, я всегда говорил, блядь, лужу можно вынести, это первое, блядь. Второе, зачем ты стоишь, блядь, ближе с левой стороны, если тебе нужно выносить в правую сторону лужу? Кроме этого, у тебя есть портал. Я выношу вообще, блядь, лужу нахуй, в две лужи, блядь. Это можно сделать. На последней секунде дебафа нажимаешь портал, блядь, и койл нахуй, выходишь. Спокойно переживаешь, нахуй. Окей. Okay. Блин, я же это нахуй сбил. Ладно, давай, блин. Да, знаешь, почему они вообще сделали эти скидки?
Ну. Зато люди этот фетиш скупали и с Джаком. Он же дешевле стоил. Потом да, они подняли цену. И типа люди на форуме написали, мол, кого хуя. Кто успел, тот и съел, что ли? Из-за этого скидки. Там же кто-то скидывал, типа, он дешевле стоил, чем это, тринки. Да, да, и типа его люди покупали, потом цену подняли. На форуме спросили, мол, кого хуя. Они скидками выкрутились, ебать хитрые. Ну ладно,